Пока существуют проблемы с оплатой подписки, рекомендую вам поиграть на бесплатном сервере WoW Cirrus. Огромное разнообразие рас и классов, новые локации, задания и боссы, которых никогда не было на официалке, постоянное обновление и стабильный онлайн больше 20 тысяч человек. Благодаря проекту Cirrus каждый из вас может начать свои похождения в Азероте быстро и совершенно бесплатно. Ссылка в описании. Переходи, регистрируйся и становись настоящим героем вселенной Warcraft. Никчемным смертным не одолеть меня! Я хранитель земли! Сабеля, здесь что-то темное вытягивает из меня сил. Ты это чувствуешь? Чувствую. Держаться непросто. К счастью, на наших друзей это не действует. Надо во что бы то ни стало остановить Саркарета. Нельзя, чтобы он заполучил силу этого места. Ты в ловушке, Саркарет. Остановись, пока все твои воины не умерли. Мы лучше умрем, чем наденем ярмо. Тайны этого горнила наши. Когда мы обретем их, то больше никому не станем служить. Наконец-то. Хватка ослабла. Неужто Саркарет овладел силой, которая может разъедать разум? У предателя нет такой силы, сын мой. Это пробуждается зло. Оно чувствует вас. Отец? Я лишь отголосок. Я не могу остановить захватчиков и уберечь свои секреты. Но вы, мои дети, можете... Думаю, вы слышали немало историй об этом месте. И о том, как оно меня погубило. Не стоит им слишком доверять. Эти залы — ваше наследие. Чужаки не имеют на них никакого права. Оцепить здесь все! Гневион, я возьму группу воинов и отправлюсь за Саркаретом. А ты ступай другой дорогой. Проверь, что здесь интересного. Мудрый план. Я помогу обоим, чем смогу. В этих залах я создавал чудеса, которые могут изменить мир. Тысячелетия спустя они слегка одичали. Подчинить их сможет только сильный духом. Я вообще-то тоже результат эксперимента. Твое прошлое воплощение хотело меня уничтожить. Ты кровь моей крови. Ты сумел выжить. Ты силен, как я. Пламя и тьма — две великие силы, если их объединить, станут еще могущественнее. Научись соединять одну с другой. И тебя ничто не остановит. Но управлять ей, пожалуй, слишком опасно. Тебе хватит силы духа, сын мой. Представь, чего ты сможешь добиться. Я так надеялся на трактиров. Увы, они меня только разочаровали. Но ты справишься, Гневион. Ты продолжишь дело моей жизни. Разумеется, отец. Ты справляешься даже лучше, чем я ожидал. Погоди, ты знал, что на нас спустят этих тварей? Ну, конечно. А еще я знал, что ты преодолеешь испытания. Как-то это странно. А можно кое-что поменять в деле твоей жизни? Этого я и боялся. Раз ты был создан, значит, твой дух все-таки слаб. Мой истинный сын наверняка не таков. Сабелиан, кровь моей крови. Ты мой наследник. Но знай, много кто пожелает украсть твое наследие. Джародины прямо сейчас готовятся пойти в атаку. Их надо остановить. Я не отступлю ни на шаг. Враг разбит! Мы победили! Достойная победа, сын мой. Меньшего я и не ожидал. Но горнило до сих пор в опасности.
Осталось лишь одно. Последняя угроза. Только скажи, и я устраню ее. Свобода! Как этот Джародин проскочил мимо нас? Старейшины не было среди атакующих. Они пытались освободить его. Тысячелетиями он весьма успешно питал мое горнило. Ты вытягивал... Конец тысячелетия мучений! Какая жалость. Придется от него избавиться, а не то проводники взорвутся и убьют нас всех. Слуги аспектов сгорят! Отлично, проводники целы, но придется их зарядить. Думаю, тут сгодятся свежие тела Джародинов снаружи. Ты хочешь, чтобы я... Нет. Да, я ожидал от тебя большего. Неважно. Возможно, Гневион будет решительней. Вот и окончилось ваше путешествие, герой. О чем ты? Где Саркарет? Ты вел нас не к Саркарету. Ты всегда был умен, Гневион. Я не могу пошевелиться! Что ты такое? Я... Шепот во тьме. Я надеялся, что вы оцените мои дары. Но вы их отвергли. А вот драктиры приняли. Они были созданы, чтобы служить. Мы пред тобой не склонимся, лжец! Наглые смертные! Если жаждете смерти, вы ее получите. Ваши останки поглотит бескрайний мрак. Киньте во мраке! Я устал от ваших жалких потуг! Забвение ждет вас! Бездна голодна! Моя воля — это конец всему. Пируйте, дети мои! Шепот никогда не умолкнет. Я верно служил тебе, отец. Все ради твоего наследия. Неужели оно обман? Пустые обещания, что вели нас в небытие. Его имя не будет забыто. Он нас ненавидел. Зачем воздавать ему почести? Он был драктиром, и его память послужит уроком. Он мог бы помочь нашему народу, но вместо этого принес смерть. И все ради призрака силы Нилтариона. Если бы Саркарет задумался над трагедией Смертокрыла,
то понял бы, что его наследие несет в себе яд. Пора Драктирам взять судьбу в свои руки. Куда вы хотите идти? Прочь от теней прошлого, которые нас терзают. Мы оставим за собой другое наследие. Это будущее, которое помог мне увидеть ты, Абиссиан. Даже в самые горькие времена можно найти в боли урок. Нилтарион был моим учителем, отцом, командиром. Я надеялся править, как он. Не сумев или не захотев признать всю порочность его замыслов. Я никогда не знал Нилтариона. Только Смертокрыла. Я видел его в кошмарах. Он убеждал меня, что придет день, когда я тоже поддамся тьме. Но ты не поддашься, брат мой. Я думал, что мне суждено повести черных драконов в будущее. И я поведу. Но своими силами. Никак. Аспект. И мне этот титул больше не нужен. Прошли те дни, когда тебе надо было прятаться. Это такая честь для меня. Пусть ваша вера поможет мне выбрать верный путь. Сегодня мы освободимся от всех теней, которые старались поселить в нас сомнение и стыд. Мы создадим новое наследие черных драконов. Яйца подверглись порче, их надо уничтожить. Но это не единственный способ справиться с порчей. Стражи просыпаются! Не все яйца проклюнутся, но все они будут свободны от порчи Смертокрыла. Не подпускай их еще немного, одно яйцо проклевывается! Смотрите, он уцелел. Какие милые черные рожки. Я назову тебя Смоляной Рог. Именно милосердием Хал набрел старейшего друга своего рода, меня. Что? Все это время? Майла! Я тот же духостранник, которого ты знала всю жизнь. Знай, что бы ни случилось, я буду хранить верность верховному вождю. И для меня честь сказать следующее. Майла Крутогор, я провозглашаю тебя верховным вождем. Правь мудро и долго.